Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Осенью прошлого года привезла с дачи перец и оставила его расти на подоконнике в городской квартире. Перец – растение многолетнее, хотелось посмотреть, что из этого получится. Все это время он рос в 5-литровом горшке. Я его принципиально не подкармливала, чтобы он зимой не начал активно расти. Только поливала, как и все комнатные растения. То есть каких-то особенных условий ему не создавала. Вот кадры февральского видео. Перец вполне еще компактный, в 5-литровом горшке. А далее, в феврале или марте, пару раз его подкормила, и тут началось. Продолжая сидеть, все в том же горшке, он начал активно расти и даже зацвел. Но первые цветки благополучно опали. В общем, этот перец занял целый подоконник. Я не знала, что с ним делать, выбрасывать жалко. Думала обрезать его и сделать более компактным. Но точно не была уверена, пойдет ли это ему на пользу. В таком виде привезла его на дачу. Ту ветку, на котором завязался перчик, я оставлю. А остальное обрежу. Таким большим в теплицу сажать его не смогу. Занимает слишком много места. Вот такой забавный перец-монстр. Сейчас ему 1 год и 3 месяца. Посмотрю, как будет себя вести и будет ли какой-то урожай. А у меня на сегодня все, и я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе.